Хочу сама найти Агима. Я хочу открыть свое дело. Что ты скажешь моему сыну, когда он вернется? Если вернется. Но ты фантазерка. Без твоей помощи мне не справиться. И вы уверены, что у вас все получится? Айвар, мы готовим всю жизнь. И лучше нас вам не найти. Почему ты не сказала, что он такой красивый? Не начинай. Все знают, что ты работаешь и водишь машину. Что ты творишь? Я тебе говорил, твое поведение повлияет на нашу жизнь. Основано на реальных событиях.